стритинг – это эволюция боевых искусств, который включил в себя помесь таких зрелищных видов спорта, как брейк-данс, вушу, акробатика. И из-за этого появилась такая зрелищная смесь с вращениями в разных плоскостях и ударами. Стритинг стал для меня способом самовыражения. С помощью него я чувствую, что развиваюсь каждый день, стремлюсь к новым вершинам и чувствую, что живу. Я участвовал в соревнованиях как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, так и недавно летал в Германию, участвовал там в соревнованиях на мировом уровне, представлял свою страну. Неоднократно занимал вторые, третьи места, но я стремлюсь быть первым и совершенствоваться. Даже у меня получается все не с первого раза, но не стоит сдаваться. Возникают трудности, потому что большие перегрузки в организме, не всегда успеваешь восстанавливаться, а хочется тренироваться каждый день. Чтобы научиться кардаблфул, у меня ушло 2 месяца. Стритинг стал частью моей жизни. Единственное, о чем я жалею, то, что не начал заниматься им раньше.